сегодня демонстрирует нам историю тех музыкантов прошлого века, которые творили в городе Самаре, которые повышали ее культуру. Я просто счастлив и горд слушать, что произведение моего деда сейчас замечательно звучали в исполнении студентов. Ведь музыка – это свойство души, а, скорее всего, это одна из сторон души человечества. А душа вечна, и музыка тоже вечна. Я желаю всем вам, всем молодым музыкантам, продолжать великое дело повышения культуры и музыкального искусства, и музыкальной культуры нашей молодежи и всей нашей Самарской губернии. Большое вам спасибо. Нежную, строгую, милую.
исполняет вокальный ансамбль Бреннера под руководством профессора Ирины Алексеевны Горбунцовой. Музыка Косиченко и слова Григорьева. По небу грозовому. Oh,
Александру Исаковичу Ицковичу.